пророк. Слушай, старик, я в полном дерьме. Ты должен меня выручить. Я сейчас на пути к квартире, в которую меня пустила пожить бывшая подружка. Это недалеко отсюда. Можно там встретиться. Только вот, я оставил адрес у себя в лаборатории. Прямо на рабочем компе. Если они подберут код доступа, нам каюк. Проберись туда первым и разнеси мой комп к чертям. Пророк, они в лаборатории. Доберись туда раньше, чем они что-нибудь найдут. На тебя вся надежда, парень. Занять оборону! Он идет сюда! Внимание всем! Местонахождение пророка подтверждено! Он на причале! Шлепните этого ублюдка! Стреляю! Там кто-то есть! Маскировка включена!
Вперед! Атаковать цель! Цель потеряна! Так точно, опускать вектор! Вижу тебя через камеру охраны. Смотри, там всего трое. Сними их, пока они ничего не нашли. Похоже, он уходил в спешку. Этот комп и скорее выбирайся оттуда, Пророк. В твою сторону полетел вертолет, я сам видел. Азура-1, ваша цель в складской лаборатории. Уничтожить. Вас понял, сэр.
где-то там. Оттуда, старина! Эти уроды тебя собираются отправить на дно реки! Атакую главную цель! Слава богу, старик, ты все еще там. Лови координаты. Точка в двух шагах. Я там разместил нано-капсулу, крайнетовское старье, которое я прихватил со склада, когда сваливал. Не сравнить, конечно, с той, что в лаборатории, но лучше, чем ничего. Найти Нейтана Гулда. Нановизор включен.
Это значит через дамбу. Давай, старик, давай! Маскировка включена. Отлично, ты на месте. Сейчас пущу за тобой лифт. Поверишь, что за херня тут творится последние 24 часа. Ребят, Баркли рубят в капусту в центре. В остальных местах от края нет немного осталось. Хаос, смерть. Пророк, ну наконец-то. У меня уже нервы сдают. Заходи, быстро. И давай опять дверь закрой. Та штука, которую ты подхватил на месте крушения, как на нее взвыли системы костюма. Несомненный вирус, та же структура, что у наноткани. Харгрив совсем уже не соображает, что это не кевлар. Нам туда. Капсула готова. Основа та же, что на острове, только мощность поменьше. Запустим проверку. Итак, это Тара Стрикланд. Дочь сам знаешь кого. Чокнутая сучка, так? А Хагриф хрен знает, что происходит у него в башке. Соединение установлено. Ожидание. Системы доступны. Инициализация выполнена. Мониторинг памяти. Нано-протоколы активированы. Странно. Идет сканирование. Погоди-ка, ты не пророк. Обнаружена угроза. Что за хрень? И ты кто? Харгрив тебе велел? Открытие базовых протоколов памяти. Найти Гулда. Вот все, что я могу. Ты все, что я могу. Пророк, так меня звали. Помни меня. Найти Голда. Вот все, что я могу. Ты все, что я могу. Пророк, так меня звали. Передача прервана. Основные системы в норме. Костюм готов к работе. Слушай, я этим не занимаюсь. Я же не спецназовец, как ты, как пророк был.
Я чокнутый технарь-заговорщик. Черт возьми! Пророк должен был вытащить нас. За нами шли морпехи. Увы. Что ты знаешь о цефалоподах? Глупый вопрос, а? Ничего. Ладно, я вкратце расскажу. Долбаные кальмары громят нас повсюду. Не думал, что почувствовали ацтеки и инки, впервые столкнувшись с оспой. Короче, ты видел спору, так? И что она делает? Пророк говорил, что он знает, в чем дело. Сканирование завершено. Внимание. Это невозможно! Неоткалиброванные нанопрограммы. Это значит? Чужеродная ткань. Ладно. 21%. Этот костюм, он создан из самовосстанавливающейся, полуорганической наноматерии. Творение корпорации Харгриф Раш. Да, этот Харгриф, он создал эту хрень. Пророк из спецназа. Харгриф нанял его, чтобы он носил костюм, но он сбежал. Вернулся больной на голову. А там... Видишь, вирусная подпрограмма в глубинных слоях костюма. Живой код, который... Как сказать, типа меняет себя, чтобы принять что-то новое. Новые данные, скажем. Что я думаю? Что перед нами сейчас уникальный биокод вакцины от этой споры. Надо провести декодирование. Здесь ничего не выйдет. Банально не хватит вычислительной мощности. А черт возьми, в Нью-Йорке есть место, где есть эта штука Лаба Харгрива на острове Рузвельта. Призма. А это далеко отсюда. Вокруг киша цефа и пытаться туда пробиться, самоубийство. Черт! Они здесь! Черт! Черт! Так, я запираю все двери. Я в пожарный выход. А ты давай, задержи их. Я уверен, там что-то есть. Все чисто. Там что-то есть. Я что-то слышал. Найди его! Вас понял. У нас контакт.